Новый размер к Новому году. Для многих это несбыточная мечта, но для наших участников это реальность. О новом гардеробе говорят уже все конкурсанты, но цифры на весах и размер одежды, конечно, важный показатель. Но есть еще один – физическое состояние. Больше 2 месяцев прошло с того момента, когда вы пришли сюда с удивленными лицами и сказали, что нам здесь нужно делать. Тяжело было проходить эстафету этот первый раз, и мы решили, что обязательно нужно пройти ее во второй для того, чтобы проверить, насколько изменилась ваша подготовка и выносливость вашего организма. Ну, я думаю, должно уже быть получше хоть когда-нибудь. Зрители, вы со мной, давайте, вперед! На старт! Внимание! Марш! Хорошо, 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 работаем, работаем. Отлично. Отлично. Я чувствую сравнение с первым разом. Единственное, что быстрый темп сильно, поэтому одышка немножко есть. Тяжело, хорошо. Разницу мы видим? Да, земля и небо, земля и небо. В прошлый раз по сравнению с этим. 8, 9, 10. Вот колеса встали. Точно можно сказать, то, что в 2 с лишним месяца проекта «Новый размер» к Новому году не прошли зря. Участники с повторной эстафетой справились играючи и, более того, получили массу удовольствия от процесса. Очень все подтянулись. Во-первых, все четко делает. Во-вторых, какая она страняшка сзади. А как она отжималась, когда она кричала, я же не могу, у меня рук длины не хватает. Еще раз такая тюх-тюх-тюх пошла. И ноги скрестила, сзади приподняла. Да, я дошла. Все участники чувствуют себя гораздо лучше. Но, конечно, всем им интересно узнать свой новый результат прохождения эстафеты. Бондарук Татьяна, было 1:17. Стало 1:04. Казимирчик Ксения, было 1:39. Стало 1:28. Царкова Екатерина, было 1:41. Стало 1:29. Крац Юлия, было 1:24. Стало 1:09. Лобач Александр, было 1:13. Стало 1:06. Ярош Лада, было 1:42. Стало 1:26. Кращук Светлана, было 1:11. Стало 1:06. Подождите, мне в глазах просто темно. Сейчас все по-другому. Я готов еще раз пробежать. До конца проекта «Новый размер» к Новому году осталось совсем немного, и результат действительно налицо. Но уже совсем скоро мы узнаем, что более эффективно – похудение на воде или на суше. А пока цифры на весах следующие. Команда на суше. Тренер Андрей Васильев. Анастасия Борисевич потеряла 15 килограммов. Александр Лобач – минус 18 килограммов. Ксения Казимирчик – минус 14,5 килограммов. Татьяна Бондарук потеряла 12,5 килограммов. Команда на воде. Тренер Екатерина Алексеюк. Юлия Крац потеряла 10 килограммов. Лада Ярош – минус 24 килограмма. Светлана Кращук – минус 10 килограммов. Екатерина Сыркова потеряла 18,5 килограммов.